И сейчас, если какой-то правитель появился, Никол Пашинян или не знаю кто, как там этого придурка назвать, то что решил, что все, он глубоко заблуждается, и мир заблуждается. Подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Ставится конец оккупации азербайджанских земель.